Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте Toyota Camry 2015 года. Это первый рестайлинг. Автомобиль в этом 50-м кузове выпускается с 2011 года по 2018. Пережил два рестайлинга. Первый был в 2014 году и второй был в 2017 году. Мы начинаем. Поехали! Toyota Camry. Очень легендарный автомобиль, очень полюбившийся на российском рынке, на рынке стран СНГ. И все этот автомобиль любят. Всегда считалось, что это такой бизнес-седан, то есть владеть Camry, особенно в регионах, всегда было очень круто. То есть такая тачка была в почете, скажем так. А что же на самом деле представляет из себя этот автомобиль вот в современных наших реалиях? Данный автомобиль можно отнести к D-сегменту, то есть прямые конкуренты у него это Honda Accord, Nissan Tiana и Kia Optima. И в принципе в этом сегменте автомобили будут все разные, то есть Accord он будет более такой драйвовый, более для водителя, а например Camry, Optima и та же Tiana, наверное, они больше для комфорта, то есть для поездок пассажирам, как бы это ни звучало. Так почему же этот автомобиль так любят, Toyota Camry? Ответ прост, потому что это Toyota, это действительно надежно, на них проезжают очень большие пробеги без каких-то серьезных ремонтов, их используют в такси, и в целом, то есть автомобиль имеет такой некий баланс, золотую середину комфорта, управляемости, надежности и неприхотливости, в принципе. То есть такая надежная рабочая лошадка. Именно поэтому, я считаю, она полюбилась на нашем рынке и завоевала себе такое почетное место, уважаемое. Давайте немного поговорим про моторы. Моторов ставилось на данное поколение три различных вариации. Двухлитровый на 150 сил, 2.5 на 181 лошадиную силу и... конечно же, легендарный 3.5. Все мы знаем про Camry 3.5 и что лучше нее не едет ничего на этой земле. А по поводу динамики, скажу так, более-менее ехать будет только 3.5. Остальные моторы 2, либо 2.5. Но для езды по городу, может быть, хватит, если вы предпочитаете спокойную езду, размеренную, или же в такси, тогда да. Но если вы хотите активно ездить, динамично, то, по моему мнению, это нужен только 3.5 мотор на V6. Плюс на него делают всякие чипы, перепрошивки, и там уже получается динамика гораздо интереснее. По коробкам здесь стоит у нас классический автомат, неприхотливый, проблем с ним никаких нету. А привод передний, естественно, то есть это переднеприводный автомобиль. Сегодня, в момент съемки данного видео, у нас на дворе 31 октября 2021 года, и цены на данный автомобиль именно за первый рестайлинг, то есть поколение от 2014 по 2017 год, цены варьируются по России, по всей России. То есть самый дешевый вариант, один единственный, стоит за 930 тысяч рублей. Далее сразу несколько вариантов по 1 100 000. То есть, соответственно, 1 100 000, можно сказать, это низшая планка, за сколько можно взять сейчас 50-ю Camry в рестайлинге. 1 100 000 и выше. И эта планка доходит до 3 – 3.5 миллионов по России за Toyota Camry. То есть цены, на самом деле, меня немножко привели сегодня в шок, когда я увидел. Но я думаю, покупатель в любом случае найдется даже за 3 миллиона на Camry, потому что цены в принципе сейчас поднялись на автомобили. И, как мы знаем, Camry себя зарекомендовала. Давайте немного сравним ее со своими конкурентами. Как я уже сказал, Accord будет более драйвовый, будет больше для водителя, он будет лучше рулиться. Я не буду оценивать их внешне, тут каждому свое, да, кому что больше нравится. Лично мне, наверное, из всей этой четверки больше нравится Accord, я бы взял бы его. Но там проблемы с моторами в 8-м поколении, они не особо едут.
У нас остается Тиана и Оптима. Чем Тиана может переиграть? Наверное, если только годом. То есть я думаю, что за одну и ту же стоимость Тиана будет посвежее годом. А Оптима, по моему мнению, будет иметь больше места в салоне. То есть Оптима будет попросторней. И мне кажется, Оптима является основным конкурентом Камри, в принципе, сейчас, в 2021 году. Потому что обе машины используются в такси очень активно. Обе неприхотливые, надежные, просторные. И здесь уже люди выбирают, кому что просто больше нравится. Хочешь ездить на Тойоте, или же тебя устроит Kia, и как бы понт, что у тебя Камри, он не столько для тебя важен. Какие, например, отрицательные черты для себя я мог бы выделить? Это валкость управления. То есть мне бы хотелось, конечно, чтобы автомобиль рулился почетче, более остро, чтобы тормоза были получше. Но это японец D-сегмента, и как бы требовать от него вот этих характеристик не стоит, в принципе. Здесь, ну, достойная отделка салона для своего класса, для своей цены, для своего сегмента. Нужно понимать просто, чего ждать от этого автомобиля, в принципе, и тогда вы в нем не разочаруетесь. Рабочая лошадка на каждый день. В целом, на этом все, друзья. Пишите свое мнение о данном автомобиле в комментариях. Если вы владеете им, также напишите, какие у вас основные расходы по эксплуатации, сколько денег вы тратите на обслуживание, ломается ли он вообще, или Toyota Camry — это вечный автомобиль. Всем спасибо за просмотр. Пока.